Рашид, туристическая фирма Holiday, которая участвует постоянно в конкурсах красоты. Но я наслышана, что у тебя, Амар, скоро будет абсолютно новый грандиозный проект. Ну, на самом деле, очень нравится участвовать в конкурсе красоты. Это участвует или кусочек от туризма, потому что туризм – это культура. Наши проекты, которые будут в будущем, это видеоролики, видеоклипы, реклама на телевидении. У нас на самом деле мы очень участвовали или много выставки за границей. Сьогодні переможця конкурсу «Міс Аркадія» поїде від фірми Holiday в Європу. Да, сьогодні готовки победительниця, самая красивая девушка в Европе. Она будет в восторге. Ну, ми подарим от чистого серця. Становится номер 4. Номер 4 в очку Марина! Ваши аплодисменты! Скажите впечатление о конкурсе. Ну, нам очень понравилось. Конкурс был очень яркий. Много было шикарных конкуренток. Мы сражались, было все супер, очень понравилось. Конкурс очень понравился. Этот конкурс был для меня первым. Очень неожиданная победа. Очень интересные люди, организаторы, девочки. Все было безумно. Ну, я могу сказать одне, что блондинки рулять!
Мені дуже подобається постійно участь в вашому конкурсі, тому що я на самом деле набираю опыт і увижу самі красиві дівчатки не тільки в Україні, а в світі навіть. Тому що тут самі лучші і красиві дівчатки всього світу. Одеси.